Love the setting. I hadn't actually realized that so much of it was outdoors, but that's good. A nice sunny day. It's great to see such a mix of people, and it's really interesting to see like the different streams that you've got, the kind of sales and business along with the development. Отличная конференция, очень хорошая теплая аудитория, на открытом воздухе это очень классно всегда. Город мне тоже очень нравится, я первый раз в Днепре. Да, приятно удивлен, спасибо, и хорошего вам развития в будущем, хорошей конференции в будущем. Очень приятно участвовать в конференции, она очень грамотно организована, потоки очень интересные спикеры, много интересных людей для нетворкинга, то есть очень-очень грамотно, очень хорошо, очень качественно. Здравствуйте, я стою с Сергеем Бережным, офигенным, классным спикером конференции Айдем, который сегодня рассказал нам интереснейшие вещи. Сергей, было круто, классно, офигенно. Как вам конференция? Супер, да? Да. Все дуже добре, я перший раз на Айдемі, мої колеги були на попередніх, порекомендували мені поїхати, і мене, бачите, мене запросили як спікера, я дуже радий, тому що це дуже гарна платформа, де можна розповісти про те, що ми робимо, побачити, що робить інші. Ми дуже вдячні, що Айдем все-таки погодився залишитись в місті. Ми вважаємо, що це саме такі стосунки між бізнесом і владою, які повинні бути, коли бізнес, скажімо, сприймає сигнали від влади як позитивні, якщо вони є позитивні, і негативні, вони голосують ногами, тобто виїжджають в Київ чи за кордон. Мне очень нравится, что здесь три разные сессии. Люди могут выбрать то, что им нравится. I'm going to talk about the cultures in the organizations, like how the organizations are really behaving from internally, and you know, showing that there are like five stages of that culture and how this culture could be help you to be more successful or can prevent you from that success. Wow, it's really great. I've never been at an open air IT conference before. The welcome is fantastic, people are friendly and enthusiastic, and the food is great too. По поводу конференции все супер. Действительно, я здесь первый раз, и я вам скажу честно, я такого не ожидал. Отлично организовано, много новых людей, много знакомых лиц встретил, не ожидал такого уровня, и это очень приятно. Конференция очень отлична, качество докладов и спичей подобрано, и особый плюс за логистику. Все очень удобно, все понятно, куда добраться. Интересно, это доклады, очень приятное место для проведения конференции. То есть свои плюсы были на предыдущем месте, свои плюсы есть. Такая более, здесь более расслабленная атмосфера. Как запустить стартап? Для этого нужен продакт-менеджер и руки.